Газета «Франкфуртер Альгемайне Зонтагцайтунг» сообщила со ссылкой на неназванный источник немецкой разведки, что за время военного конфликта на Украине погибли около 50 тысяч человек, причем как военных, так и мирных граждан. Это как минимум в 10 раз превышает официальные данные. Информатор газеты, знакомой с ситуацией, заявил, что официальные цифры явно занижены и не заслуживают доверия. Однако не подтвердить, не опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным. По последним данным ООН, цифры приводят для сравнения все та же газета, в конфликте погибли 5358 человек.